Олимпийский чемпион, причем первый в истории нашей страны, пятикратный чемпион мира. Все это об Александре Москаленко. Сегодня в Сочи он встретился с юными спортсменами, воспитанниками спортивной школы Олимпийского резерва номер 3. Дети смогли задать прославленному спортсмену любые вопросы. А спросить было о чем, ведь Москаленко – уникальный спортсмен. В 99 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель наибольшего количества золотых медалей в истории прыжков на батуте. На важных турнирах он дважды выходил на батут со сложнейшими травмами, с компрессионным переломом грудного отдела позвоночника и с незажившим переломом ноги. Начинающим спортсменам он пожелал никогда не сдаваться и настроиться на серьезную работу. Отметил, что такие встречи юным батутистам с уже опытными коллегами просто необходимы. Секрет советского спорта, и его побед, он заключался в том, на мой взгляд, отчасти, что в спорт приходило 1000, оставалось 100, 10 становилось ого-го, а один великим. Сегодня, к сожалению, приходит 100. И вот такие приезды, личным примером, ты даешь тот посыл, тот импульс детям для занятий. Отделение прыжков на батуте в 3-й спортшколе открыли в начале года. Секцию сейчас посещают 50 ребят. В руководстве школы надеются, что после встречи с Александром Москаленко желающих заниматься батутом в Сочи станет больше.